Приветствую вас, Церковь Суламита. С новостями в студии Даниил Каратеев. Третьего декабря в церкви состоялось общение семейных пар, проживших в браке более 10 лет. Предлагаю вам посмотреть, как это было. В воскресенье 4 декабря христианская молодежь Портленда и Ванкувера объединились для благовестия на улицах города. He couldn't move his eyebrows and he couldn't breathe. He was suffocating in his own blood. Why? Why was Jesus Christ on the cross? Напоминаем вам, что в нашей церкви проводится общение молодых сестер. Они проходят один раз в две недели. Следующая встреча будет объявлена. Приглашаются все девушки, желающие изучать Библию и пообщаться с чашкой чая. Прошедший четверг, 8 декабря, в нашей церкви прошел праздничный рождественский концерт Suламита Christian Academy. На мероприятии присутствовали ученики и учители, родители, а также гости. Вот несколько кадров с места события. Good evening, everyone. Thank you for coming to our Suламита Christian Academy concert. It's a full house tonight. Thank you all for coming. Добро пожаловать на самый-самый первый концерт Христианской академии Suламит. My baby, yeah.
среди нас есть много добрых и жертвенных сердец. Благодаря им у церкви есть возможность служить другим. На этой неделе команда молодежи и молодых сестер посетили пожилых и одиноких и подарили им немного внимания и тепла. Благодарим всех, кто принимал в этом участие. Настоящим событием с рождественской программой нашу церковь посетят семья Кирнев. Концерт состоится в среду, 14 декабря, в главном зале церкви. Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Это были все новости на сегодня. В студии был Даниил Каратеев. До встречи в следующих выпусках.